комиксах раскрыли личность отца Дарта Вейдера. Создатели комиков по «Звездным войнам» раскрыли тайну появления на свет Дарта Вейдера. В сети появился комикс, подтверждающий догадки о происхождении Энакина Скайуокера. Об этом сообщает Dark Side of the Force. Вышел новый комикс по «Звездным войнам» Darth Vader No. 25. В нем рассказано, как появился Энакин Скайуокер, впоследствии ставший Дартом Вейдером. По фильму «Скрытая угроза» из цикла «Звездные войны» мать Энакина Шми родила от непорочного зачатия. В ленте предполагалось, что это случилось благодаря воле силы. Но фанаты давно предполагали, что чудо могло быть подстроено. В комиксе как раз говорится о том, что Палпатин, он же Дарт Сидиус, воздействовал на силу, чтобы создать сильного темного джедая, которым стал Скайуокер. Свое зачатие по воле Палпатина сам Дарт Вейдер видит, погрузившись в медитацию силы. Таким образом, именно Дарта Сидиуса можно считать отцом Вейдера. Ранее на аукционе в Лондоне продали световой меч из «Звездных войн» меч Энакина Скайуокера из фильма «Звездные войны». Месть ситхов ушел из молотка за 135 тысяч фунтов. Также сообщалось о том, что Дисней снимет сериал-приквел к «Звездным войнам». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.com.